Нет. Абсолютно не хочу. Спасибо большое. Движение соперника. В то же самое время, когда Мускела начинает играть, и совершенно разное качество единоборств. Вот сюда, конечно, это не значит, что не продать, это так напоминает. Оно точно лично не работает. Внутренняя нога работает. Внутренняя нога работает сразу же. Сумничка! А камера сработала. Ой-ой-ой-ой! Простите! Надо... Ну, Васе надо отдать его. Второй на стюхе. Ну, другой момент, кстати. 4-2! Открывай путь к воротам. Ты говоришь, я через стюхе переживаю центр, а сама вот так подбегаешь. Ну-ка, подбеги правильно. И вот. Стой. Что перекрыть? 4-3. Как туда можно так? Тогда уйди шире. И тогда мы перекроем большую площадь. И если даже соперник через фланг будет играть, мы перехватим. Больше имеем шансов перехватить. Время! Подошли, девочки! Подходим, подходим и маечки отдаем, и трусой быстренько в раздевалку. Не остудать. Раков, между прочим, он играет в Локомотиве. Красная, да? Видно?
Попылило на поле, так сказать. Он меня бежит. Меняет. Ставка. Меня. Ставка. Меня. Сотка. Да. Сотка я. Отдай мяч. Нет, туда. Иди влево. Отмай. Просто имитация. Я выиграла ставку. Да? Да. Че, подвох? Да. Тут так, да? Да. Ладно, я не фристайлер. Вы заметили? Я не фристайлер.
5. Сколько я выключил? Давай, вот я выключил. Блин, ну вон там все снято. Вот. Вася чувствует меня. А ты, Вань, вообще уже. 3, да? 6. Ой. Ну я и так доставала. Нельзя посплетничать. Ну, с тобой так и надо. У нас близкие сплетни. Дала. Зима холодная была. Тебя не было, а вот я была. У нас тоже так. Там лодки на дома не выходили. За это. Я вышла погулять. Я нет. Я вышла, я.